Hey, yo, guys, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру под названием SpongeBob SquarePants Battle of Bikini Bottom Remake. Окей, у нас осталось, в принципе, два уровня. Это... Чай-бакет, мусорное ведро и... Дэвид Джонс, убив Дэвид Джонса. Ну что, погнали. К летучему голландцу на корабль. Потом мы что? А, в принципе, ребят, скорее всего, даже и последняя серия, потому что... Кладбище кораблей. Где-то посреди этих жутких останков прятался страшный призрак. А я вам скажу сейчас... Да, Сия, мы можем почитать. Да. Кто посмел нарушить мой покой летучего голландца? Это я, сэр. Губка Боб. Мне не нужны печенье. Но я не морская скаут. Слушай, младенец, мне сейчас не до того, чтобы пугать тебя до смерти. Приходи попозже. А в чем дело? Проклятых роботов. Они вышвырнули меня с моего же корабля. Корабли-мерзавцы. Быть выброшенным с собственного корабля — это все равно, что снять штаны перед случайными знакомыми. Это очень, очень печально. Теперь у роботов есть свой пиратский корабль, и они палят друг по другу. Может, я смогу вам как-нибудь подружить? Ну, раз уж ты спросил, поднимись на мой корабль и воспользуйся пушками, чтобы в одиночку победить корабль роботов. Вопрос есть? У вас не найдется какой-нибудь милой шляпы, только размером поменьше? Нет, но если ты сделаешь золотая лопатка, станет твоей, а теперь иди. Окей. Ясно, понятно. Окей, что мы можем тут найти? Стоит ли мне идти сейчас туда? Да. Сразу мы пошли ко дну. С первых секунд. Крутотень, крутотень, крутотень. Сразу, чтобы он мне не мешал. Так, коробку откроем. Ага, здесь должно вода пуститься, как я понимаю. Так, вижу носок. Легкие головоломки. Мне интересно, что центральный делает? Он отвечает за ежение по полю. Рип. Mm-hmm.
Легко. Отлично. Так, ну тут мне нужно Сэнди или Венди. Сэнди. Но у него это была подстава. И не херовая подстава, я вам скажу. Я не Сэнди, я не могу летать с помощью лассо. Да ладно. А, пока едет. Хотя я понял, что нужно сначала на ту сторону, сначала туда на блоки, но я решил так перепрыгнуть, так сказать, не мелочиться. Ага. Victory. Почему он еще и скользит здесь? Зараза, как же меня бесит. Я не пойму, подождите. А, я еще и сдох. Круто. Круто, круто, крутая. Игра крутая. Крутая игра. О, мой дед. As long as these pants are square and this sponge is Bob, I will not let Bikini Bottom down. Ну так, типа, было задумано, поняли? Pushing a simple button is the most satisfying. Push, 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 push. Ну. А, типа, переграждает путь все равно. Так, а сейчас вот это плохо. Just my size.
это спонгинейтор. Я не могу понять. А, подожди, а у меня есть? С внешней стороны. У меня ничего, кажется, с внешней стороны нету. С внешней стороны. Что у нас есть? А чё я туплю? А чё я реле туплю? Я могу всех так просто поубивать, да и все. Не, действительно, я просто могу ракету использовать, да и все. Вот и все. Еще сразу этого уничтожу. Вот и все. Делов. Больше мучился. Теперь можно и подумать. Ладно. Я должен хотя бы еще понять, куда изначально должен был повернуть. Окей. Мы дошли до лопатки почти что. О, да с лопатком. Так, на всякий случай коробку открыли. Так, куда-то идет переход. Кладбище кораблей. Мы идем на кладбище, ребята. Посмотрим, что там будет. Ну, по-любому корабли. Мертвые корабли. Звезда всех наверх, мистер Сквидвард. А дайте как корму, как следует. Ну, морите нам. Тебе разве не нужно заняться поисками платинового вечника? Венчика? Ты хотел сказать за твои лопатки. Да какая разница, вон она там наверху. Окей. I love opening presents. Oh, sparkly. Крутящийся паркур, плюс еще с врагами. Подожди, а только что...
Спанч Боб, да, может? Да. Но это Сэнди, скорее всего, если хочешь сейчас обратно вернуться и там что-то собрать. У нас уже все есть, в принципе, нам только лопаток не хватает. Да, в принципе, все. Остальное у нас как бы все есть. Ну вот, мне еще три лопатки надо. Фу-ху, почти не долетел, почти. Ништяк. Получай! Меняемся. А, это было еще на время плюс. Камера немного сломалась. Там только цветок, да, был? Хера себе, это ж принц Перси, вы понимаете? Это целый принц Перси у нас, ребята. Хоу. Плюс лопатка. А типа... круговорот смерти хотел сказать. Ладно, нормально, все сохранилось, все отлично. Здесь как раз сейвинг был. Дышать можно. Go, SpongeBob, it's your birthday. Я понял. Дышать нельзя. Мне сейчас нужно еще контролировать, будет прыжки эти здесь. Хотя, может, не, можно было и не контролировать. А, ну это легко. Ясно. Ой, как еще попасть в этот момент? Ну вы издеваетесь! Я только прошел это! I love opening presents.
Я дышу спокойно, дышу спокойно, я... То чувство, когда ты не задел, но ты все равно ездишь. Так, еще одна лопатка. Фу, скоро пройдем. Сегодня уже. А типа обратно, да, отправиться? Кнопочка. Привет, Кукабол. Отдай как корму как следует. О, я уже подшутил как над Сквидвардом, мистер Крэбс. Что ж, шутка хорошая, да? Не то слово. Вот что тебе нужно сделать. Уничтожь все генераторы на корабле роботов. Как только энергия отключится, ты сможешь выстрелить из пушек, летучего голландца, и уничтожить корабль роботов. Задание просто, пушка, мистер Крэбс. Так, мне еще нужна одна лопаточка. Так, вижу, где можно взять Сэнди. Да, только попасть довольно тяжко. А-а-а, нихера. Себе так нельзя. Класс. Кто мог подумать, что там что-то есть? Ну что, тогда я просто сейчас уничтожу робота этого. Чтобы он мне не мешал. Так, наверху, да? There's nothing like the smell of bubbles in the morning. Smells like victory. Hamburger. I get it. Так. Bubble power. Ага. Только так. А-а-а. Окей. А сюда можно как-то было подняться. Так, ну блин, ну я вижу... Ну снова же, мне нужно Сэнди. Чтобы попасть дальше, но здесь пока что... Я не знаю, насколько оно там будет стоять, ждать меня. А, пока не наступлю. Thank you.
А знаете, а музыка напрягающая, она из Розовой Пантеры, если вы помните, я играл. Когда там тоже эти были. Как они называются? Роботы, вот эта херня все. Так, сундук. Ясно. Спанч-боб. Спанч-боб. Sometimes pushing a simple button is the most satisfying. Push, 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 push. Все, 75 лопаток у нас есть, значит мы уже на босса можем идти. Так, где еще одна пушка? Ага. Вас понял. Снова так бежать туда. There's nothing like the smell of bubbles in the morning. Smells like. Так, готово. Меняем. Хотя я могу... Нет. Хотя мне там нужен спанч-боб. Для всего этого дела. Я вообще не на тот корабль залез. Ну ладно. Нормально, сойдет. Сейчас на спанч-боба поменяем. Ну что, в принципе, все и все. 28 минут. Мы справились. Мы отбили твой корабль и покончили с кораблем. Что ж, спору нет, но почему больше я смотрю на эту золотую лопатку, тем больше, тем хочется оставить ее себе. Она такая красивая, такая блестящая. Напоминает мне о первом закрытом сокровище. Но как же наш уговор? А, никогда ни о чем не договаривались с призраками. Для меня это ничего не значит. Не считая сделки в 1873, когда я купил маслобойку, так и прелесть, скажу я тебе. Нет ничего лучше жирненького. А ну-ка, придержи коня, масленок. Мы все для тебя сделали, а ты идешь на... морской хорек? Какое оскорбление, раз уж тебе так сделала эта золотая лопатка, попробуй отбери. Ты сам напросился. Серьезно? Готово. Давай что поновее. Но это не опасно.
Вот если у него лазеры будут с большим радиусом, тогда да. А то пока что все одинаково. Пока что радиус увеличился, да? Либо он должен намного быстрее передвигаться, чтобы я не успевал за ним. Что, хватит себя, грязный? Ты мне сейчас сорку так дважды вычистишь. А ну-ка прекрати драку. Кажется, у меня есть идея. Держи. О, точь в точь мой корабль. Даже с плесенью и мухами. Как трогательно. Ладно, мелкие прихвостни. Держите свою золотую лопату. Yes. Ну, это был легкий босс, типа... Мы отправляемся в Бикини Боттом. Все получено, все у нас есть. Остался Чам Бакет. Ну, до него еще дойти, конечно, надо. А, все, мы дошли. Это ж оно, да? Это ж выход. Ну и плевать. Просто понимаете, в чем бакете? Я смотрю, там только две лопатки, значит, там только будет босс. И ничего большего. Но до входа мы можем еще с вами посмотреть эти. До 7. Думаю, так можно и поступить. Посмотрим, всех мы нашли или нет. Но планктона мы встречали уже. Так, был. Бикини Боттом самые разыскиваемые. Гав. Это один из самых злобных негодяев. Заряды калибра 45, самая мощная собачья будка. Бикини Боттом. Мусон. А только это электрическим зарядом. Довольно чувствительно так это было. Надуватель. В упаковке по 3 штуки. Или по 6 штук по акции. Недопустимые атаки желе. Остается хрустящим даже в молоке. Бзбот. Атака гамма-излучением с ароматом лимона. Немного непредсказуемо перед... Берет в долг деньги и не возвращает их. Взрывает все подряд. Прихвостень Гафа. Мерзкая мелкая тварь. Кусает руку, которая ее кормит. Впечатляющий набор умений. Собирает губки. Гоняет белок, самопроизвольно возгорается. Засони. В основном безвреден, пока спит. Немного угрюм. Любит выражать себя и презрение. Показывая пальцем или взрывая все, что попадется на глазах. Не все, там еще должен быть один. Маслодуй. Отвратительная атака масляными пузырями, не носит труселей и редко принимает ванну. Он как раз из тех роботов, о которых вас предупреждала мама, дети. Ну и в принципе все. Можно отправляться... отправляться к боссу. И в принципе заканчивать на этом.
после данной игры я даже не знаю, что я буду снимать. Посмотрим, может, какие-то еще будут новинки. Хотя у меня есть игра одна. Она уже вышла на русском. И она довольно интересна. Называется... Hate in Time. Или как-то... Про девочку, которая может управлять временем. Либо типа того. They serve food here, yes, but they don't serve love. Посмотри на этого парня с большой буквы и в таких крошечных штанишках. Это самая жуткая штука, которую я когда-нибудь видел. Постой, это же штука, шутка похожа на меня. Я так и знал, что Губка Боб меня... Будь оно все мармеладом, Губка Боб робот. Здесь творится что-то незабавное, странное, и я не про тебя. Что-то другое забавное, странное. Планктон, это твои рук дело. Да, да, я всегда во всем виноват. Узрите же дубликатора, я зарегистрировал название как торговые знаки. Благодаря ему я никогда угодно сделаю роботов, я собирался создать армию верных роботов, которые будут следовать всем моим приказам. Но они же совершенно... я забыл оставить переключатель в положение подключиться к Планктону. Но теперь папочка дома, и он все исправит. А сейчас что не так? Все должно было заработать. Все работает, они подчиняются мне. Я знал, что не нужно создавать копию самого себя, но не смог удержаться, я же такой красавчик. Вы в последний раз вмешались в мои планы, Губка Боб, познакомься с Губком Бобом. Привет, как дела? Позволь представиться моих друзей Патрика, Сэнди. Хватит, готовься к гибели. Ой, не могу посмотреть на это. Совсем чуть-чуть, ладно. Совсем чуть-чуть. Похоже на Губка Боб. Looks like SpongeBob has an opportunity here. That's the ticket. Ow! Блин, я был не готов. Подождите. Сейчас будет. Ой, босс легкий. Главное вовремя прыгать и, блять, сначала нужно ему отбить эти руки. Так я ж успел прыгнуть. И снова я успел прыгнуть. Сейчас я труханы соберу. А, даже так могу делать. Окей. Yeah.
control. The launch is a go. А, так я могу просто снизу его атаковать. Ай. Так, надо турханы собрать. Fresh like a spring breeze. I feel like a new sponge. Так, сначала отключаем планктона, потом бьем Спанч Боба. Все. Да, он тут еще есть фазы? А нет. Вы дурили, уничтожили мою прекрасную невесту. Он сказал: я починю тебя, детка. О, уменьшусь! Нет, Патрик, кажется, это робот увеличивается. Гугабу, он влетел тебе в мозг! Значит, я последний станем туда же. Свою голову верню в голову своей робота... Робоверсия! Она похожа на меня. Ну что ты идешь? Вот и я, робот Планктон. Все это уже слишком странно, когда меня... Как по мне. Фух, теперь ему в голове сражаться. Еба. Go, SpongeBob! В смысле, я не понял, я ж на бату... Just met the Sponginator. В смысле, там внизу есть объекты, которые, на которые я могу прыгнуть, я ж вижу. Ладно. Что это? А я ж могу, по идее, все. Нет, отсюда я все не отключу. А ну-ка, долетит? Слишком далеко. Ну, теперь хотя бы долетит. Главное, я смотрю, тут хпшки нету. Монати? Планктон в крысу ебашит. Чё это было? Но я вижу, что платформы поднялись, но я ж... Странно. Ну ладно. Окей. Ой, там погодник. Right.
Так, где планктон? Сука, тупое видео. Успею. Найс. Сейчас планктон прилетит в спину. Давай, планктон. Так, готово. Ну, пойдешь и финиш должен быть, нет? Глупый планктон, до свидания. У меня мало хп, поэтому я просто убегаю. А, так я по кругу просто еще херячу. Что я... А, да ладно! Теперь я понял, в чем здесь херня заключается. Блин, ну... Планктон за это время меня может убить, на самом-то деле. Ай, контрольной не было. Мне заново придется это проходить. Да нет. Но облегчение хотя бы. Хопка Боб, это ты сделал? Что он сделал? Что? О, а... Эх, да. Все мои планы рухнули! Ну все. Ты меня еще не победил, у меня еще куча роботов по всему Букини Ботам, я призову их всех, и мы еще посмотрим. Опаньки. Я тебя уничтожу. Ты меня уничтожишь? Это я тебя уничтожу. А я уничтожу тебя и два тебя. Неужели? А я уничтожу тебя плюс один тебя. Ну тогда я уничтожу тебя плюс бесконечность. Заткнись, ты главный робот. Кого ты назвал главным? Я закончу колледж. Калифорния, ты на ги... Да? Я тебе покажу. Ну, Планктон, надеюсь, ты...
усвоил урок. О, конечно, в следующий раз я все сделаю как надо. Ой. Мы победили! Кто хочет мороженого? Я. Нужно ли мне напоминать, что так все остановили сорвата, которые разрушают Бикини Боттом? Сэнди права. А я думал, что она белка. Меня называют. Я не знаю, что меня наказывают. Там еще куча дел морских. Супермен и очкарик не остановились, да, и я тоже. Нам нельзя отдыхать, пока Бикини Боттом все еще грузит опасность. Грозит опасность. Ну что, ребятки, кажется, это у нас все. Остались только титры, и посмотрим, может, и... Хотя... Намек на продолжение. Катись, губка. А это, знаете, чисто цирк. Дополнительный такой мини-уровень с покатушками. Ну, типа, я выйти могу. Давайте я немного посмотрю, что здесь вообще. Пчу. Немного пинбола. Ну, это, знаете, немного на пинбол похож все дело. Ладно. В принципе, давайте немножко об игре. Что можно отметить и такое все. Первое, количество уровней. Игра довольно долгая. Если так посмотреть, если проходить на 100%, это у нас выйдет на часов 12 плюс точно. Также у нас есть собираемые предметы, есть немного апгрейд, да, те же хпшки, которые можно найти. Графика, ну понятно, что это ремейк, сделана графика и ремейк довольно качественно, красиво. И добавили кое-какие мелочи, которых не было в оригинале, а именно на PS2, если кажется, я не ошибаюсь, игра. Есть субтитры русские, тоже можно отнести к плюсу. Боссы, ну боссы такие, знаете, типа, у них есть, да, фазы, по 3 фазы у каждого босса. Ну, летучий голландец меня немного расстроил, я думал, типа, что-то будет прикольное, там он, допустим, призраков, знаете, будет, типа, шторм призраков выпускать, и корабль какой-то запускать у нас. Но нет, он просто глаз там популял, и все. И все. Музыка, ну, прикольная, есть отсылки на мультфильм, да, там какие-то серии. Есть довольно... большое разнообразие врагов, если так подумать. И на каждого врага есть описание. Но это тоже довольно большой плюс. Типа бестиарий. Поэтому, ребят, наверное, на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем удачи и всем пока. До новых игр.